Нет, как сейчас принято говорить, бывшего Советского Союза, а вместе с ним ушел и чемпионат СССР по футболу. Федерация решила сразу провести как бы революционный переворот в футболе белорусском. То есть они весной провели однокруговой турнир в трех лигах, а с осени уже был переход на европейский календарь. То есть по сезону осень-весна. И Белоруссия в этом году проводит свой чемпионат в сжатые сроки, в период с 18 апреля по 20 июня. За два месяца практически проходит этот первый чемпионат в один круг. Команды, 16 команд будет участвовать, между собой встречаются в один круг. Играли в один круг, и никто не выбывал, никто не выходил выше. Это было действительно в новинку. Ну, честно сказать, воспоминания не самые радужные. Ну, конечно, в первую очередь из-за результата команды. Потому что, скажем так, выступили мы неудачно, заняли последнее место. Благо, что никто не вылетал из высшей лиги. Экономические условия наложили определенный отпечаток на футбольное хозяйство. Все-таки развал Союза, команда спонсировалась тогда Гумсельмашем, скажем так, не самые радужные времена для завода. Связи прекратились, продукция не выпускалась на первых порах, вот, пока там наладили новые, и денег финансовых не было. Поэтому гомельские футболисты все они разъехались, и это было, ну, как бы достаточно обидно, потому что именно в тот период у нас выросло целое поколение футболистов, которые стали потом известны не только в Беларуси, но и на постсоветском пространстве. Перед первым чемпионатом фактически две трети игроков у нас ушло в другие клубы. Так вот, Днепр, серебряный призер, там играл Левчук. Трактор Бобруйский четвертое место занял, там играли и Игорь Фролов, и братья Градобоевы, Игорь и Эдуард, и Александр Кульчий, и Володя Рыщенко, и Кукор, и Павлов, то есть почти целая команда. Ведрич и Шинкарев играл, Лапицкий. Ну и в Гомеле оставались играть Юсипец, там Савельев, Костя Прохоренко. Чем запомнился этот первый чемпионат? Ну, во-первых, это было давно, уже 30 лет, а кажется, это было вчера. Прошло 30 лет, и воспоминания самые яркие, пожалуй. Потому что, ну, в тот момент осознавали значимость, историческую значимость этого момента. Константин Прохоренко. Мяч в штрафной площадке, там более точнее брестские защитники. Гумсельмаш, удар от ворот. Накануне первого чемпионата много ребят покинуло нашу команду, опытных. Ну, уехали в клубы, где им предлагали более лучшие условия.
Наша же команда комплектовалась в основном из местных, из ребят местных воспитанников. Ну, скажем так, более опытные у нас ребята были, на кого мы ориентировались. Это Андрей Усипец, Олег Дюлуп, Саша Порохов был. То есть в команде были собраны, скажем так, ну, ребята, которые в большей степени пришли из дюшоры только. Если, скажем, команды такие как Брест, Гродно, Витебск, у них получилось сохранить свои составы союзных времен, то нам как-то это удалось в меньшей степени, и поэтому результат был не очень. Гомельчане занимают последнюю строчку турнирной таблицы. Они на 16-м месте с 5 очками, и независимо от результата вот этой последней встречи, не могут подняться выше. Прихожу на первую тренировку 5 января, собираемся в раздевалке 6 человек. Все остальные все разбежались. Раньше контрактной системы не было. Человек захотел, он написал заявление, и он свободен. Была неопределенность. Мы чемпионат начинали, что у нас два вратаря было. Один Андрей Яковлев 73-го года и Сергей Морозов 71-го года. И за счет кого укомплектовались? Несколько человек пришли, я до этого работал в Ведрече. Это Трофимюк, Пономаренко пришли сюда в команду. И остальные были воспитанники Дюшгом-Сельмаша. Прохоренко, Петроченко, Савельев, Гавриленко, Морозов. И вот они все, вот это за счет этой группы, мы костяк составили этим. Старшим 3-4 там, человеком дополнились, вот это молодежь. А пришлось еще интересное, что скажу. Молодые пацаны, надо, чтобы у них пару дядек на поле были. Ну, пришлось начальника команды Толю Пантелееву уговаривать, чтобы он тряхнул стариной. Он уже там года полтора не играл. И без подготовки во втором чемпионате начал играть. Он как дядька там в центре обороны цементировал. Ну, и достаточно было, что были хорошие отрезки. И вообще штат команды состоял. Пантелеев начальник команды, я главный тренер. На полставки администратор Жолудов был, и на полставки Игорь Абыч Абелев был доктор, который он действующий хирург на то время был. Он с командой не всегда даже на выезд мог выехать. Травма, так сказать, удар был ощутительный, потому что футболист еще чувствуется не может подняться, и вот приглашает врача команды. Не могу не отметить и того факта, что врач команды Гоми Сельмаш довольно опытный хирург, травматолог, и помощь будет оказана действенно, и мы увидим футболиста вновь, как говорят, в строю. Оставили за командой Гомсельмаш бесплатно стадион, мы использовали, автобус давали. И еще в течение вот второго года, 92-го года, у футбольного клуба была спортивная база в Чонках. Тренироваться вообще негде было. Стадион один здесь поле. Тренировались в Лещинце, вот где воинская часть. Вот на этом поле пока, ну, где-то так до середины апреля. Сейчас вот, если вы знаете, детский стадион, но стадион с дюшор. Вот где стоит ангар закрытый, там лежала площадка из резиновых плит. И размер ее был там где-то, ну, 60, наверное, может, на 30. Короче, масштабы хоккейной коробки. Вот всю весну мы вне погоди там тренировались. Вы можете представить, какой уровень был организации и всего. Тренировались мы здесь, в Гомеле. Двухразовые занятия проводились. Тренировались и в зале, и на улице. Сейчас, понимаете, такая трудность с финансами, и на сборы у нас выехать трудно было, но благодаря футбольному клубу нам удалось выехать на сборы в Адлер. Хотим сказать спасибо руководству спортклуба. Там мы работали 2 недели. Наконец нам удалось поработать на открытом воздухе. Условия, конечно, там были получше, чем в Гомеле. Ну, сборы были тяжелые, я помню, мы приехали, с погодой нам не повезло, очень достаточно большой тяжелый объем работы сделали,
Условия были хорошие, ну, скажем так, для отдыха, для проживания, но нагрузки были запредельные. Опять же, руководство понимало, что нас, молодых, нужно готовить к очень серьезным играм. Какая специфика этого сбора была? Ну как, грязь по колено, горы высокие. Так не первый раз. А сейчас в Турции все в комфортных условиях. Даже здесь, в Беларуси, проводишь, и совсем понятно другие условия. Нет, ну поля были, но понятно, что погода в любом случае — это зима, там все равно дождь, снег, плюс это надо постирать потом все, поэтому дополнительная нагрузка приходилась еще. Сами стирали? Ну, конечно. Ну, начали чемпионат, ну, как там, скажем, ну, средне, 3 ничейки, потом проиграли игру, игру выиграли. В первом туре сразу игра с Ведричем, это сразу дерби, сразу ажиотаж, плюс в Речице тогда были очень хорошие условия. Можно такой пример привести, там даже за лучшему игроку давали стенку, ну, мебель, да. То есть каждую игру там были какие-то хорошие призы, которые, ну, тогда всеобщий дефицит, поэтому это было очень здорово. Ну и, как я сказал, дерби. И хотя в этой игре, да, у Речицы команда подобралась неплохая, ну, скажем так, они нас в большей степени, как это у нас принято говорить, возили. Но первыми мы открыли счет, и Речица сравняла счет только в самой концовке. 1-1, потом вторая игра молодечно, тоже молодечно тогда под патронажем Карпенко была тогда в очень футбольном мире известном человеке. То есть тоже там были очень хорошая команда. И опять тоже ничья. Третья ничья дома. Но потом как бы стало все на свои места, поехали в Витязь, получили 5-ку. После этого еще, правда, удалось победить старые дороги. Ну, а дальше одни поражения. Причем было очень много разгромных. Единственное, мы не проиграли с крупным счетом, это «Динамо Минск». И можем понять горечь поражения «Тюльпана». Ну что ж, впереди есть еще матчи, и мы надеемся, что выиграв на кубок, «Тюльпан» покажет себя значительно лучше. Пацаны молодые не привыкли в таком режиме работать, что игры через 2 дня на третий, через 3 дня на четвертый. И кончился, будем так говорить, пар. Перед тренерами всех команд, абсолютно всех, и в том лику перед тренерами Минского «Динамо», повстає зараз непростая задача захования сил игроков. Гульні, ну, праз 2-3 дні чемпіонат, Кубок Білорусі, відпочити літерально неколі. Такого серйозного, справжнього тренувального процесу наладити так само немагчимо. Ну, ось, сьогодні гульня, завтра, видать, день пойде на відпочинок, а там уже треба думати про підрихтовку до наступного матчу. Йон у міншан. Як у гамельшан, дальше у середу. Было тяжело перестроиться с чемпионата СССР на республику. Как-то, ну, некомфортно чувствовал себя. Привык играть в Союзе, ездить. Даже на результате личном я забил всего 1 гол, тут с пенальти. Ну, что-то не шло. То есть тяжело входил тоже в этот чемпионат. Ну а что про состав Минского «Динамо»? Родненок. Юсипец перехопил мяч. Может возникнуть небезпека. Капитан Гамсельмаша вырешил сам завершить эту атаку. У контратации Сирадюк. Отрымается, что у Гамельшан. Ось такі пас на Юсипца. Ён опереджує оборонців Родненка і Тайкова, але після цього Тайков так упевнено, спокійно оволодує м'ячом. Преимуществом над своїми соперниками і, наверное, заслужено завоюють звання. Вот удар будет издалека. Удар, довольно хороший удар, но точно по центру ворот. Вратарь на месте, Якимов.
что можно целенаправленно организовать атаку. При неточных передачах, конечно, гол может забить, но это может быть лишь делом случая. И еще помогло у нас то, что, как я помогло, имею в виду в кавычках, отрицательно, что половина пацанов студенты, а у них, кроме всего, еще сессии, вузы. Мы играем в режиме через 3 дня на 4-й, еще они успевали еще за свои учебные заведения играть. И, короче, пошел провал. Как вы совмещаете, как вам удается совмещать игру с учебой? И даже конкретнее, какие у вас как дела с учебой? Ну, конечно, очень тяжело приходится совмещать. А вы где учитесь? Я учусь в Гомельском политехническом институте на 3-м курсе. На 3-м курсе. На каком факультете? На стационаре. Факультет автоматики, электромеханика. Очень тяжелый факультет, конечно. Ну, вот, благо, как говорится, нашли общий язык с руководством команды. Они идут ко мне навстречу, как говорится, понимают. И, в общем-то, стараемся совместить приятное с полезным. Без хвостов? Ну почему, хвосты тоже бывают, но ликвидируют. Ликвидируют. Значит, в целом положительно. Вот Беларусь, Минск. Тумилович, сборная Беларуси. Яскович, сборная. Штанюк, Вергейщик, Путила, Сикорский, Качура. Ну вот Динамо, Минск. Сацункевич, Орловский, Лисун, Белькевич, Зигмантович, Кашинцев, Жута, Герасимец, Барановский, Величко. Сергей Госманов в запасе не попадал в команду. Вы представляете, какие величины играли? Да, команда была молодая, но и в таких играх с очень сильными соперниками как раз таки закаляется твой характер, растет твое мастерство. Кстати, я вспоминаю матч, который мы дома проиграли Днепру-Могилеву с разгромным счетом 0-6. Нам ребята с Могилева забили мяч, пройдя от ворот до наших ворот за 4 передачи, причем мяч не опустился на землю. Пока я вам говорил об этой комбинации, был забит еще один гол. Как быстро сегодня забиваются мячи. Да, редкий по красоте матч. Мы сами, кстати, не поняли, что произошло, друг на друга смотрели, не понимали, как вообще такое возможно. То есть это говорит об уровне футболистов плюс. Много было футбольных личностей. Когда, знаете, выходишь на футбольное поле, и против тебя играет Кондратьев, Кистинь, Вежевич, Кучук. Ну, это, само собой, добавляло какую-то еще мотивацию дополнительную. Зачем их мотивировать? Для них это престиж играть против. Во-первых, у каждого человека самолюбие есть, а второе, каждый хочет себя зарекомендовать и показать, что он тоже стоит на это, что он что-то представляет на этом фоне. А они боялись? Да чего бояться? Мандраж у любого человека есть. Он как только вышел, он уже про мандраж забыл. Минская «Динамо» выникова и пераможна, гуляя у апошні час. Ну, а гамяльчане, яких ніяк не аднясеш да ліку лідараў, фаварытаў чэмпіянату, каманда перад гэтым турам на 12-м месцы ў табліцы была. Дык вось, гамяльчане пакуль што за кошт вялікіх намаганняў, самаадачы, стараннасці, ну, літаральна кідаючыся пад кожны мяч, здолелі адстаяць свае вароты ў першым тайме і без аніякіх цяжкасцей. Я называю лепшага іграка ў саставе гаспадароў у першым тайме, гэта безумоўна іх варатар Андрэй Якаўлёў. Удар по воротах, и знов гульни Яковлев, а головой бил так Валерий Величко. В нижнем в угле ворот дотягнулся до мяча Андрей Яковлев и знов отвел погрозу. Далькевич. Далькевич добро включился в гульню. Журавель. Герасимец. Мимо. Минские болельщики, это самое, они все равно, несмотря на то, что команда играла неважно,
Первый чемпионат, ну, все равно 2002 приходило на трибуны. Ну, а почему 2000 было тогда? Ну, во-первых, да, потому что не совсем играли хорошо. Ну, во-вторых, уже появились другие заботы у многих людей, потому что, как бы, предприятия стояли там. Надо было где-то искать, бегать где-то, зарабатывать деньги для семьи там и для прочего. Люди, будем так говорить, любили сам процесс, сам футбол. Футбол – это же не только зрелище, но это еще общение между людьми. Но человек мог пообщаться с друзьями, выплеснуть эмоции, какие-то темы обсудить. Ну, это жизнь. Человеку все нужно. И футбол, и театр нужен. Я думаю, что и болельщики тоже понимали, против кого нам приходится противостоять. И, скажем так, не сильно нас журили за те же поражения, понимали, что нужно время для становления нас как футболистов и команды в целом. Доброжелательная была атмосфера. Любые действия наши на футбольном поле сопровождались овациями. В частности, если вспомнить игру, когда мы проиграли «Динамо Минску» 0-1, но выходили после игры с высоко поднятой головой под аплодисменты. То есть, еще раз говорю, мы старались себя показывать на футбольном поле, а зрители нас поддерживали в этом плане. Здесь болельщики, как бы, они не меняются. Они были хорошие и остаются, и останутся так, с такими все время. Но это уже, как бы, не знаю, наша гомельская марка. Сегодня тут на Гамцельмаше рекордная колькость глядачов, максимальная колькость, якія могуць вмястить трибуны. 10 тысяч, ну, не усе места заняты, тым не менш, няма глядачов только в тих секторах, якія за воротами знаходяться. И так, на мой погляд, 1,7-8 болельщиков гомельских сегодня на Минское Динамо поглядеть пришло. Ну, чому я так сверджаю на Минское Динамо, а не на Гомсельмаш? Ну, в першую чергу тому, что в попередніх матчах Гомсельмаша тут было куда меньше болельщиков, по 2000 избиралось на трибунах. Ну, на самую мощную и титулованную команду Республики Минская Динамо приходят поглядеть во всех городах. Скажу, какие трудности были? Переходили, чтобы создавать самостоятельный клуб. Сказали, что вы должны частично хоть сами зарабатывать. На центральном стадионе, тогда Гомсельмаш был, сделали, что рынок, вещевой рынок, он функционировал только 2 дня в неделю, по субботам и воскресеньям. Значит, у нас эти тренировочные дни выпадают, если у нас игра, то за 2 часа до игры убирается весь этот рынок, метут там это все дорожки, все, что это. Вокруг стадиона, по периметру, по беговым дорожкам, ближе к трибунам стояли столы вот эти, и шла торговля. И здесь за эти 2 дня здесь 10-15 народа проходило. Но вход на этот рынок вещевой был платный. Ну, вот такие времена были. Что... Рыночные отношения, которые все прочнее входят в нашу жизнь, это, наверное, неплохо. И в будущем они дадут себе знать, и то, что по воскресеньям стадион превращается в рынок, может быть, не знаю, может быть, это тоже необходимо, но, очевидно, надо уважать и любителей футбола. Вот здесь те места, на которых, так сказать, идет торг, все это здесь, перед глазами любителей футбола, и в целом картинка не очень, так сказать, радостная. Но главное, все-таки это футбол. Что вообще стоял вопрос, чуть отстояли мы этот стадион. Что стоял вопрос снести этот стадион, место удачное, коммуникации подведены. И здесь хотели построить 2 высотки и большую гостиницу. И это благодаря вот Валерию Федоровичу Мешкову, Евгению Михайловичу Уткину, с моим участием, что пошли к высшему руководству, тогда был председателем был полковник Войтенков, вышли на него. И отстояли стадион. Хотели как? Как у нас делается? Что давайте стадион снесем, а потом новый построим. Но вы знаете как? Снести снесем. А потом на новый стадион денег не будет. Ну и там продадут землю и построится то, что хотят. Отстояли каким планом? Что уговорили руководство, что поэтапно делать ремонт стадиона. Одну трибуну снесли, сделали. Одну снесли, сделали.
не определен пока вопрос по реконструкции. На этот год нам решением горисполкома, через субгорисполкома выделены 220 тысяч рублей. Но что такое 220 тысяч рублей, я могу сказать для сравнения. В прошлом году силами футбольного клуба мы провели, будем говорить, текущий ремонт стадиона, он нам обошелся 80 тысяч по прежним ценам. Пожалуй, основное отличие было в том, что никто не смотрел и не заглядывал в контракт и, скажем так, не обсуждали суммы, которые были там прописаны. Еще раз говорю, было огромное желание себя проявить. Я мечтал просто выступать за футбольный клуб «Гомель», и поэтому все остальные моменты, кроме игровых, отходили на второй план. Ну, тогда, наверное, все-таки больше стремились попасть в команду. Сейчас как-то у молодежи больше каких-то соблазнов появилось, гаджетов. То есть футбол как бы выходит на второй план. Тогда был футбол, больше ничего не было вокруг. Там зарплаты были, если вам честно скажу, что где-то по стране в пределах 40 долларов. Средняя. Ну вот на уровне вот этого и получали такие деньги. Инвентарь еще помогал спортклуб, «Гомсельмаш». Все-таки так команду немножко поддерживал. А по мячам стояли, когда на заявку приезжаешь, что, ну и сейчас, наверное, такое существует, что команды получают там на сезон определенное количество мячей. Мячей 15 давали. Но тогда мячи немножко качество другое были. Кожаные там эти все мячи венгерские были, потом селекторские пошли. Ну, то, что они качественно, они сезон выдерживали. Оставляли специальные мячи для игр, а остальные там пускали в работу. Ну, с винтарем обиды не было. Только что не было вот этой базы, где можно было полноценно тренироваться. Я не могу сказать, что и в те времена в чемпионате Советского Союза были какие-то суперусловия, по крайней мере, во второй лиге. Ну, естественно, поля были другие во многих городах, хотя в тех же старых дорогах было вообще идеальное поле, было лучшее в республике. Было на начальном этапе, я помню, у нас была проблема, но у нас была одна форма белая, адидасовская, это с прошлого сезона, которая осталась, но мы как-то руководство решало этот вопрос. Скажем так, экипировка была тоже такая, сейчас иногда, когда смотришь фотографии или видео тех времен, конечно, ну, дочка у меня смеется, как можно было в таком играть. Ну, форма была, конечно, скажем так, нарядная. Нарядная в каком плане? Ну, в таком плане, что смешная. Не подписано, команда, с кем мы играли, играли в «Гомеле». У них на спинах написано что-то там немецкое «ФВ» и еще немецкое слово. То есть тогда вот по той же форме одежды, да, не было никаких надписей на спине, там, фамилии игроков, да. Ну и причем играли, вот видно, по гуманитарной помощи. Какие-то вот футболки достались какой-то команде, я просто не знаю какой. И вот она в ней выступала. И такое впечатление, что как бы вот, по фотографиям, что мы играем какой-то международный матч. Я не знаю насчет гуманитарки, но форма была обычная, наша, советская, которая после первой стирки приходила, становилась она уже на 3 размера больше. То есть, ну, выглядели, скажем так, непрезентабельно мы, но играли как-то. Национального чемпионата, вот точный удар, вот точный удар. Точный, прицельный, я бы сказал, красивый удар. И 14 номер, это Хавханов. Петр открывает счет. Счет 1-0. Вперед вышли, вполне заслуженно, футболисты Брестского «Динамо». Это сейчас команда может себе по Беларуси ехать, там самолетом лететь. То я не имею в виду «Гомель», а там в Брест летал. Или за день до игры, все игры. Единственное, Гродно, Брест,
Вот мы выезжали вот это за день до игры. А так не знали, что такое ехать там за день до игры. Жара, не жара, ты выезжаешь, приезжаешь, игру отыграл и домой. Наверное, такое есть. Еще более, могу сказать, более неприхотливые были. Сейчас они более женственные, их надо обслуживать, они ходят как-то. А тогда, ну, мужики. Ну, антураж же такой, конечно, отличие большое от современного. Потому что, ну, не было табло того же электронного. То есть люди, которые опоздали, там, и кто-то гол забил, все спрашивали, кто забил там. То есть такие вот чисто редакционного плана. Программки были такие, ну, как не очень высокого качества. Такие фотографии игровые. Ну, фотографий было не очень много. Если мы даже не могли игроков удержать гомельских, то есть не было финансов, то на эту всю, на атрибутику, на организацию, конечно, тоже были эти деньги совсем небольшие. Протокол заполняли, как обычно, ну, там, начальники команд перед игрой. После игры уже там главный судья матча или там его представитель уже делали итоговый протокол, а к итоговому протоколу допускали журналистов. Такого рукопожатия не помню. Это я хорошо помню, что марш Блантера был, потом игроки выстраивались не перед трибунами, а в центральном круге. Ну, обычно на этих, на линиях этих центрального круга. Там приветствовали друг друга, и все, и начиналась игра. Судейство, я скажу, старая гвардия судейская. Сейчас мы часто встречаемся, они инспектируют много игр. Ну, конечно, вспоминаем, так скажем, их добрым словом, хотя иногда на поле хотелось, ну, просто убить их. Но понимая, что они судили, скажем так, хорошо, сейчас многим судьям можно поучиться. Наверх! Я бы отметил даже арбитров, которые обслуживали эти матчи. Тоже было много футбольных личностей, такие как Знайдинский, Сережкин, Метельский, Шмолик. И с ними можно было пообсуждать какие-то моменты спорные на футбольном поле. Ну, скажем так, где-то на эмоциях, но в рамках дозволенного. И арбитры на это адекватно реагировали. То, что, к сожалению, сейчас мы этого не видим, когда... А на футбольном поле арбитр обозначает себя выше, чем команды. Судит, там было нарушение правил, довольно опасно играл. На его шляху выбивая мяч за боковую. У любого тренера есть скрытый любимчик, но это никому не показывается. Иначе... Это команда, это семья. Если ты в семье одного будешь владеть, а другого нет, значит, от тебя начнут отворачиваться. Ну, всегда у человека. Кому-то есть симпатия больше, кому-то меньше симпатия. Но вообще отношения в команде должны быть ровно, это коллектив. Потому что мы, как говорим, как я всегда говорил, мы в одной лодке. Кто-то один начнет раскачивать лодку, мы упадем все. Конечно, собирались и где-то могли выпить пиво по бутылочке. То есть это как обычно, так везде, во всех командах так есть, и это тоже никуда не денешься. Я говорю, коллектив был хороший, то есть здесь в этом плане проблем не было. Да, сейчас уже более, с большим размахом, там, да, как говорится, там можно пейнтбол там поиграть, еще что-то. Тогда этого не было, тогда в основном собирались просто так. Это то, что касается непосредственно первых сборов. В Адлере, понятное дело, я же уже говорил, что у нас были опытные ребята, такие как Олег Анатольевич Дулуб,
Ну, надо сказать, он уже тогда выделялся своей практичностью. И накануне отъезда я зашел в общежитие, ну, с ребятами переговорить, там посидеть, пообщаться, еще обсудить предстоящие сборы. Но когда я зашел в общежитие, я услышал смех Ермоленко. Они жили как раз в комнате с Анатольевичем. Я зашел, не понимая, что происходит, и смотрю, суета какая-то идет в комнате. Оказывается, Анатольевич, как я говорил, что он человек практичный, готовился к сборам очень фундаментально. И если мы, скажем так, понимали, что где-то молодому организму надо дополнительное питание, там брали с собой, ну, кто там, сало, там, такие вот по мелочам, он брал с собой, впихивал в сумку, и у него от этого нервничал, у него это не получалось. Макароны, плитку, значит, электрическую тушенку. Это все не вмещалось в сумку, он от этого очень нервничал, бегал по комнате, а мы с Сергеем, как заведенные, с него, скажем так, потрунивали его. Но потом на сборах, когда после ужина, после тренировок, когда было тяжело, шли к себе в номер, он спрашивал: «Молодые, а что у нас на второй ужин?» Этим нас подначивал. У нас в команде был Юра Пономаренко, такой защитник, парень с Украины, я тоже в общежитии там жил. Ну и как-то после очередного поражения тоже мы собирались, как правило, вместе тоже обсуждали там матч, как что прошло, где-то на какие-то действия обсуждали на футбольном поле. Заходит Юра Пономаренко в комнату, говорит: «Ребята, дайте плоскогубцы». Я говорю: «Юр, что случилось?» Он говорит: «Надо гвоздь вытянуть». Говорит: «Ну, пошли поможем, поищем». Когда мы зашли в комнату, мы все упали. Дело в том, что Юра где-то нашел гвоздь сотку. Я не знаю, чем он забивал этот гвоздь, но прямо в бетонную плиту был заколочен этот гвоздь, прибит бутс к стене. Я говорю: «Юр, что случилось?» «Все, вешаю бутсы на гвоздь». Но получилось так, что он потом не смог это, понимал, что в чем-то надо все равно тренироваться, работать. Он не знал, как его обратно достать. Ну вот всей общагой так его и доставали. Затем после какого-то поражения еще подходили к Юре, так шутили: «Юрка, пару гвоздей там не осталось у тебя». Обидно, что Гомель в первом чемпионате выступил неудачно, хотя на тот момент было... такая ситуация, что у нас подросло, ну, такая очень большая группа игроков хороших. Такое не часто случается, что у нас такая плеяда игроков пришла, но как раз пришла в тот период, когда были финансовые трудности. Они вынуждены были 92-й год первый чемпионат начать в других командах. А, ну и уже подрастали, вот-вот должны были заиграть на взрослом уровне. Василий Баранов, Витя Барель, потом Вася Дроздов, Константин Коваленко, младший брат. То есть по именам эта команда, ну, если бы были финансовые средства Амсельмаша и хорошая организация, то, в принципе, только на своих кадрах Гомелю вполне было, ну, Амсельмаша, да, вполне было... по силам бороться за золото. И при сохранении состава еще бы лет 6-7 Гомель был бы в лидерах белорусского футбола. Но получилось так вот, как получилось. Ты остался? Да. Андрей, почему ты остался в команде? Вот так, такой совсем не совсем понятный вопрос. Почему остался? Да. Во-первых, конечно, я сам из Гомеля. Что-то должен этому городу, наверное. И во-вторых, я еще учусь, кроме этого, в Омельском политехническом институте. У меня сейчас защита диплома в этом году. Я не могу просто так уехать. Потому что футбол футболом, но после футбола мне придется что-то тоже уметь, искать новую работу. Тут я не знаю почему, ну не знаю, как-то, ну... Домосед я какой-то по своей натуре, как бы у меня были варианты много... раз уехать, это только в Германию уехал уже, но там уже было просто уже, ну, невозможно, скажем так, было очень тяжело.
А так, ну, это мой родной город. Ну, никуда я не хотел ехать. Даже было тяжело, но... Ну, это родной город. Ну, я думаю, за призывы мы тогда, конечно, смогли бы бороться. Но это, опять-таки, сослагательное наклонение. Но футболисты были очень хорошие. Даже вспоминая последний чемпионат СССР, опять-таки, отталкиваясь от чемпионата Беларуси, то последний чемпионат мы там хорошо играли, единственное, в концовке смазали. Так, ну, коллектив хороший был, скажем так. Дружили как-то, общались хорошо. То есть могли в первом чемпионате достигнуть чего-то большего.